Со всеми этими замедлениями и блокировкой Ютуба напоминаю, что у меня есть группа ВКонтакте и Бусти, где также выходят все видео, что и на Ютубе. Сканируйте QR-код или переходите по ссылкам в описании. И подписывайтесь, чтобы не потеряться. Озвучил Зозя. Чеджу приветствует нас ясным небом. Прибыла суперзвезда. Что у нас в планах первым делом? Мы сразу пойдем есть? Или собираемся в отель? Нам нужно пойти поесть. Сразу? Звучит здорово. И отдохнем сразу после еды. О! На завтра. Отдых? Отдых для меня? Что для тебя означает отдых? На самом деле это не очень. Правда? Мне нужно поработать накануне, чтобы устать и заснуть. Если я отдохну, то я буду бодрствовать до рассвета, играя в игры. Может, нам снять, как ты делаешь геймпап для команды Стафа? О, это звучит здорово. Как режиссер это ты должен сделать. Хихех. Обхихикивается. Я такой человек, который любит делиться радости. Я не могу быть единственным, кому весело. Оглядывается. Эти деревья всегда встречают меня. Каждый раз, когда я приезжаю на остров Чеджу. Добро пожаловать. Это моя машина? Да. С радости садится в машину. Поехали сначала поедим. Думаю, я был на острове Чеджу около 5 раз за свои 33 года. Эти пальмы всегда здесь. Они не умирают. Я думаю, что они все еще будут здесь, охранять аэропорт, даже если все люди вымрут. Я слышал, ты был в Холосане. Когда я учился в 4-м или 5-м классе. В мои времена. Хихикает. Когда я был прямо под... Когда я был прямо под вершиной, мне сказали, ты не сможешь увидеть Бангкок-дам из-за плохой погоды. А как насчет завтра? Завтра пока все в порядке. В порядке? Прибыли после поездки через центр Чеджу. Ресторан, подающий черную свинину. Привет. Может, поспорим на еду? Здравствуйте. Поспорим на еду? Оплатишь еду Стафу. Оплатить еду Стафу? Все на кону, у меня есть кошелек. Серьезно. Серьезно? Серьезно. А на что играем? А сколько у нас сотрудников? Вот это все. Там немного людей. Это реально. А что я получу, если выиграю? Что, если выиграю я? Тогда мы заплатим за твою еду. Невероятно. Вы же сами за нее платите. Все ставки сделаны. Черная свинина прибыла. Спасибо. Положу это сюда. Нет. Нет. Эй, что ты делаешь? Я моложе, поэтому это моя ответственность. Меня будут критиковать, если мясо будет жарить кто-то из команды сотрудников. Хихикает. Ты даже не знаешь. Проверяет температуру. Сначала жир. Еще нет. Нервничает. А? Она еще не нагрелась? Ты же слышал, как зашипело. Ты же знаешь, человек, который жарит мясо на гриле, за него отвечает. Ты же это знаешь. Разве не нужно сначала смазать все жиром перед жаркой? Разве нет? Это для украшения. Ты же знаешь! Владелец прибыл вовремя. Спасибо. Это просто украшение, да? Разве не нужно этим протереть? Это украшение, да? Не знаю, что сказать. Это чтобы протереть. А это не украшение. Я ушел. Сегодня он узнал, для чего нужен жир. Пожалуй, я протру. Все равно он выйдет из мяса. Конечно. Приятного аппетита, спасибо. Реальная реакция. Мясо приготовлено идеально. Ням. Я приехал сюда, чтобы снять ей джин. Мне нравится. Заворачивает в пачке и откусывает большой кусок. Черная свинина вкусная. Настоящий иджин мукбанг. Кунжутный или джаначи плюс черная свинина. Соленые ростки фасоли плюс черная свинина. Сладко-кислое пачке плюс черная свинина. Кимчи на гриле плюс черная свинина. Хрустящая саму плюс черная свинина. Разнообразие. После убийственных комбинаций мукбанг окончен. Это было вкусно. Я так наелся, было здорово. Пш-пш. Эй, армия.
Хочешь получить эксклюзивный контент и поддержать озвучки? Тогда подписывайся на мой Boosty. Там ты найдешь то, чего никогда не будет на Ютубе. Шоу с участием любимых мемберов, кухня Джинни, фильмы, ранний доступ и многое другое. Все это ты найдешь только на моем Boosty. И помни, что все ролики выходят так быстро только благодаря вашей поддержке. Поэтому не забывай оставлять лайк и писать комментарий. А ссылочку на Boosty ты найдешь в описании.